Наливать чай, готовить еду 32-летняя Ульяна теперь пытается самостоятельно, без помощи родных. У девушки ментальная инвалидность. Делать первые шаги во взрослую жизнь ей и еще 23 молодым людям помогает специальная тренировочная квартира. Она же экспресс-гостиница 24 часа. Помещение для людей с особенностями здоровья – первый подобный проект в регионе, организованный на средства из фонда президентских грантов. Поскольку это у нас пробный проект, это по сути эксперимент, ребята будут находиться 5 дней в неделю, участники проекта, и со следующего месяца мы хотим попробовать оставлять их уже с ночевой, под присмотром социального работника, естественно. Ночевать будут по двое. Для социализации ребят в трехкомнатной квартире есть все. Зал, спальня, отдельное помещение для педагога, хороший ремонт, современная мебель и техника. В коридоре расписание дня, в каждой комнате напоминание о правилах личной гигиены и поведения, ежедневном распорядке, дорога до квартиры, покупки в магазине, стирка, приготовление легкого обеда, ужина, а также расчет бюджета. Нравится мне здесь. Здесь нормально, диваны понравились, туалет, кухня. Красивый ремонт. Ремонт мне понравился. Новая мебель, телевизор, все мне понравилось. Большая часть парней и девушек проходит реабилитацию в специальном центре дневного пребывания, поэтому частично готовы к самообслуживанию. Пока это первая тренировочная квартира в регионе. Некая альтернатива психоневрологическому интернату. Мир меняется, ребята другие, возможности другие для реабилитации. И, конечно, мы должны их использовать. И вот это такой первый шаг, но он такой очень для нас всех важный. Первый курс социальной адаптации рассчитан на 2 месяца. Рената Алиулова, Даниил Сурков, новости Ул Правды ТВ.